Санта-Крус, находит скидку в углу там на Минжинского, дальше проходишь у Лохана, ну и забивает 2 очка из-под кольца, открывает счет, но все-таки под четвертым. Так, Савосенков дальше в угол передачи дает, тут сразу с дальней пробует, ну и забивает у нас Стариков, это отличается. Разгоняет для Дюк, Сучков, хороший проход, ин-2 еще, Сучкова, 2 плюс 1, еще и штрафное будет пробивать. Так, открывает счет уже до 2, посмотрим на процент все штрафное от Сучкова. Забивает, 3 очка в одной атаке. Перекрестился даже Савосников. 4. 3. Так, еще вырезал там передачу на Садовникова. Надо чуть правее владать. Петросян вроде сопротивлением бросал. Ну и на подборе Гусев. На добивание играет. Стариков отдавал на весну. Не дошла на Воякин. Надо разгонять. 2 в 1 бегут. И Сучков легкие 2 очка. Играет из-под кольца. Стариков 3. Бэнк. Павлов тут же скидывает на Негодина. Через Павлова опять играем. Между собой чик устроили. И Негодин из-под кольца. Ну как? Как сейчас забивать Негодин? Саша, это их счет? Тех белых. Нет, не засасывает мяч кольцо. И тут же Негодин на подборе. Дальше со средней уже пробует Куликов. Здорово. Забивает прям чистый бросочек. Не дошла она. Из-под кольца Елизаров. Ой-ой-ой, как же так? Елизаров. Да там благо Павлов на подборе дорабатывает за ним. Ну, только увеличивает разницу. Все играет. Заслон будет от Гусева под правую сторону. Сучков в левую разворачивается. И с таким броском. Хорошим релизом. Так, не лучше играет сегодня против Санта-Крус. Ну, а так остается. Завориус, Павлов со средней из угла. Ну, здорово. Хороший релиз. Так, у Сучков очень быстрый игрок. На ногах быстренько прошел своего. Очень мимо. И не точно Куликов чем ответит. Куликов 2 в 1 бегут. Скидочку хорошую вырезает. Прям конфетку на Елизаводин. Дальше на... Ой, что за скидочка от Минжинского Константину. Ну и там Елизаров отлично дорабатывает. И из-за этого будет тяжеловато. Ну, кто знает, кто шарит в этой лиге, ой, дивизионе, подскажите мне, пожалуйста, кто фаворит. Но мне кажется, Санта-Крус, все-таки, ой, Куликов там чуть ли стенку не снес. Такое, конечно, разница. А Садовников из-под кольца. Ой-ой-ой, блокшот ставит Куликов ему. Садовников не надо расстраиваться. Защиту бежать срочно. Минжинов может разгонять атаку. Вот скидочку отдает хорошую на Садовникова. И там 1-1 с кольцом Садовников. Ну, перемудрил Садовникова. Благо, что попал вообще. Вроде лидирует в счете. Но нет. К сожалению, только на 9 очков пока проигрывают. Так, Минжинский, хорошую передачу на Куликова, ну и свободный Куликов. Вообще какой-то проходной двор там устроили Дюк. Ну как-то... Ну, сохранил там Воякин мяч от камеры. Но, к сожалению, еще для Воякина 2 очка. Дюк, но тут же разгоняет атаку Санта-Крус. Хорошая скидочка из-за спины. Но Клюквин не попадает с первой попытки, зато там Павлов на подборе доигрывает. Ну и... Скидывает он на Минжинского. Дальше передача неточная следует. И Воякин из-под кольца. Ну, круто. Забивает 2. Какой-то будет. Вот Дюк, Савостенков. Дальше. И Стариков из-под кольца. Нет. Так, Канзянь у нас фалит. Продавливает. Там здорово. Шалаханов. От него. Ну и... Владение пошло за Санта-Крус. Савосенков. Ой-ой-ой, что за скидка? Ну, лук. Вау, там... Плюс 15. Пока что Воякин проходит. Хорошую скидку на Сучкова вырезает. Сучков из-под кольца. Ай-яй-яй. Нет, но все-таки 2 считать показывает судья. Кто там... тот же, если Шалаханов открывался под нее, то бы мог спокойно занести сверху. Но красиво было. Шалаханов.
забивает первый. Хорошую скидку вырезает там под кольцо. Ну и Гусев отличается уже очками из-под кольца. Чем ответится Вось? Ой, хороший бросок какой. Вот Кондранцева. 15-й, да. Но зато на добивание играет Минжинский. Ну и два очка легкие в корзине. Сучков. Савосникова, дальше можно Кондранцева скинуть, но в итоге передачу выбирает на Минжинского, но уже со средней пробует себя Шелоханов и правильно что делает. Ну и Савосников тут же быстро атаку начинает. Стариков из-под кольца, N2. Вот Старикова. Так, Стариков не попадает в штрафной, зато там на подборе Шелоханов добивает мяч. Ну и только увеличивают раздачу под кольцо на Канзяня. Но там на перехвате здорово отборолись игроки Санта-Круса. Тут Стариков с сопротивлением выбрасывает просто. Кто-то другой забил, я не помню кто. Забил кто-то другой, кроме шестого, и не видел. Что происходит? Что происходит от Савосникова? Решил он с центра как пробить, но в итоге... не попал, к сожалению. Сучков в проходе. Хороший лаяпчик. Так, ну из-под кольца Негодин. Зарабатывает 2. Дальше можно скинуть. Было на Канзяня. Хорошо, он ворвался под кольцо после... заслона. Ну и тут же Петросян показывает. Будет ли второй? Второй засасывает мяч в кольцо. Так. 3 минуты у нас остается до конца третьей четверти. Ну, плотненькая игра, но пока Санта-Крус просто... быстрые атаки хорошо получались, а Дюк просто не возвращался в защиту. Зачастую. Из-за того, что ребята бежали у Санта-Круса, из-за того, что у них скамейка пошире все-таки была. И на подборе там доигрывают ребята из... Сегодня были у Сычкова. Такие силовые, с... прям в краску залезал. Ну, что-то забивался он, что-то нет, но сам факт. Дюк, ну и Куликов начинает атаку. Дальше. Лизаров, хороший проход там из-под кольца. И Негодин не засасывает мяч в кольцо, 10 секунд. И здорово на подборе там добивает своим партнером Павлов. Ой-ой-ой. Плюс 28 пока что. С дальней пробует Клюквин, не попадает, зато на подборе Бенжинский дорабатывает за ним. Такой вот Рыбальченко, странный. Негодин из-под кольца. Легкие 2 набирает. Так, Негодин. Второй забивает. Садовников. Скидочка идет на Петросяна. Там в угол Петросян. С 2 шагов. Хорошо. Хорошо, хорошо сегодня играют Warriors. Так, считать показывает. Я сказал, второй забиваем. Второй забивает. Елизаров со средней. Ой-ой-ой, с сопротивлением даже забивает Елизаров. Жаль, не пишется в статистике это. Садовников. Ну, я думаю, с фолов 8-7, а тут Садовников с дальней туда кладет. Не попадает, к сожалению, тут Негодин. 2 в 1 бегут со скидочкой на Куликова из-под кольца. Хорош, хорош, Куликов.
Павлов. Забивает два со средней. Ну и тут же тайм-аут просит Дюк. Свободный был, но в итоге неточную атаку произвела команда Дюк и тут же забивает. Савостинков дальше передачу хорошую отдает на Шелоханова, но и тот забивает 2 очка из-под кольца. Точно Стариков на подборе. 3 в 1 бегут Стариков. Забивает. Легкие 2 очка. Серия следует. Вот Санта-Крус. Кондранцев. Флоутером. Здорово. И Клюкве забивает 2 очка из-под кольца. Так, чем ответили? Ну и Минжинский забивает 2. Поздравляем команду Санта-Крус с победой. А мы вернемся к заключительной игре буквально через 10 минут.